Ребятки, день добрый! Сегодня на обзоре S-класс. И по мнению компании Mercedes, самая высокотехнологичная его версия за всю историю компании. Люксовый электрический седан EQS. И сегодня мы сравним его с китайским S-классом NIO ET7. Пошли! В максимальной комплектации EQS 580 разгоняется до 100 за 4 секунды. Мощность 516 лошадиных сил и батарея на 111 кВт-часов с возможностью проехать на чистой электротяге 700 км. В США такая версия стоит 140 тысяч долларов, в Китае целых 200 тысяч вечно зеленых. У нас на обзоре предтоповая версия EQS 450+. Все то же самое, только мощность 350 коней с разгоном 6 секунд до 100. В США цена 100 тысяч долларов, в Китае 150. Связано это с тем, что его производят в Америке, и при завозе в Китай налоги делают свое дело. Ребят, мы выкупили огромную партию вот таких вот красавчиков Volkswagen ID4 Cross в комплектации Pure Plus. Да, у нас есть только комплектация Pure Plus. Дилер продает здесь за 33 300 долларов, мы продаем за 26 600. Вот, минимальный заказ 7 машин, и это 26 600 цена в городе Гуанчжоу. Дальше начинается уже доставка в разные регионы, и дальше плюс, в зависимости от дальности доставки. А также вы можете заказать у нас любой автомобиль, который продается в Китае. Ну, кроме этого, он не продается. Ручки утопленные для аэродинамики. Довольно-таки тяжелая дверь. 2200 кг снаряженной массы. Это кожа. Это дерево, кожа, сиденье из кожи, будете смеяться, сиденье из кожи Напа. Да, ну модная кожа сегодня, все ее ставят, и немцы, и китайцы. Это кожа, один сплошной экран торпеда, руль кожаный, внутри пластик, дерево. Вот так интересно, оно выезжает, заезжает, два подстаканника. Порты зарядные, внутри обтянули тканью, есть зарядные порты, горячие клавиши. Пластик, это пластик, электрорегулировки руля по высоте и по вылету. Музыка, 15 спикеров. И 12 подушек безопасности, ребят. 12. Здесь все скрипит. Это вообще как будто отвалится сейчас. Кнопки хорошо работают. Задняя дверь полегче, чем передняя, но она и поменьше по размеру. Отделка салона такая же. Также гуляет, поскрипывает. Дизайн симпатичный. Смотрите, какой наклон у сидушки. Господа, мне очень нравится дизайн EQS. Очень нравится. Все сделали так, как надо, так, чтобы удивить в 2022 году. И здесь, конечно, NIO ET7 проигрывает, я считаю. Проигрывает. Но в ET7 я могу шире расправить колени, он на 8 сантиметров шире, чем этот Mercedes. И здесь чувствуется, что он, знаете, это Ешка, это не Эска, это Ешка. Я не чувствую, что я в Эске. Может быть, я уже просто привык к тому, что и Хан Ешка, при этом Хан такой ширины, 1920, по-моему. Эска должна быть уже двухметровая в ширину. У NIO ET7 есть вот это чувство полного простора на переднем ряду. Полного простора. Здесь я зажат. Но при этом визуально здесь мне нравится намного больше. Дисплей 11-17-8. Очень качественная цветопередача. И мне очень нравится сама оболочка. Да, это не Android, сюда ничего не установишь. Это их собственная система. Ну, в общем, все, что есть, то есть, пользуйся. А оно все очень красиво выглядит. Есть Apple CarPlay и Android Auto. В этой мультимедии есть абсолютно все, что есть в 2022 году. Абсолютно все.
Бардак на кнопке, есть кнопка. Не очень большой бардак, но обтянут ткань. Здесь управление крышей, горячие клавиши, сос. Вот так проводим пальцем, открывается панорама. Вот так сюда она закрывается. Она вся трещит. Вся трещит. Так и отломаться недолго. Эти дисплеи большие, они не скрипят. Ну, чуть-чуть есть по краям вот этот обод, но так не скрипит. Не скрипит. Ну, вот эта крышка верхняя скрипит. Вот здесь как-то все дряхло. Дряхло, оно будет ломаться. Оно будет ломаться. Но дизайн потрясающий. Они, смотрите, как сделали. Они приподняли торпедо. Сделали, конечно, стекло под острым углом. Немножко здесь не хватает обзора перед лицом. Грубо говоря, я сел так, как мне удобно, и у меня на уровне глаз заканчивается торпеда. Поэтому все по-спортивному, как бы, вроде бы, но это S-класс, зачем? Непонятно. Чуть-чуть должно быть ниже, либо здесь арка чуть-чуть выше, но они же хотят добиться аэродинамики, поэтому все вот сделали как пуля. Пневмоподвеска с регулируемым клиренсом по высоте. Минимально можно опуститься на 9 сантиметров, максимально подняться на 15. И матричные фары. 187 сантиметров роста, сел за самим собой, перед коленом, два кулака, над головой, практически нет пространства. У NIO ET7 мне показался задний ряд более просторный, но здесь мне сидушка кажется удобнее. Хотя наклон спинки мне не нравится. Сижу как пионер, хочется чуть больше назад провалиться. Подлокотник тяжелый, но простой. Уже что-то отломали. Беспроводная зарядка для телефона. Маленькая ниша, обтянута тканью. Здесь пусто. Есть два зарядных порта. Под документы. Есть крючок. Лампочка. Лампочка. Быстрая зарядка за 40 минут с 20 до 100%. Медленная зарядка за 9 часов. S-класс, посмотрите. Просто вот такая вот. Я думаю, вот эта вот вся история, это не солидно для S-класса. Я еще должен сам тянуться, чтобы закрывать это все. Даже Xiaopeng P7 открывает, закрывает сам. Там все очень интересно, а здесь вот так, к сожалению. 255-45R20. Тормоза дисковые, вентилируемые по кругу. В багажник. 530 литров. Есть ниша. Еще одна ниша. Сетка. Хороший материал. Давайте начнем с посадки. Очень удобное водительское кресло. При желании можно опуститься в самый низ и сесть по-спортивному, но спина за это спасибо не скажет, хотя так и удобнее. Подвеска мне показалась мягче, чем у NIO ET7, но все равно Lexus LS помягче. А вот управляемость у NIO точно лучше, чем умеренно. Я включил подвеску в спорт, но это мало что изменило. Колесная база здесь 3,2 метра и это чувствуется, плавает немного. Хочу сделать большой комплимент. Шумоизоляция достойна класса люкс. Несмотря на то, что здесь безрамочные двери и давление шин 2,9, внутри просто вакуум. Как и подобает автомобилю, на котором ездит президент. И вот еще интересный момент. Хитрые немцы вымазывают весь салон какой-то специальной химией, которая очень вкусно пахнет. Причем пахнет первые полгода, не меньше. Ни у NIO, ни у BYD Hana я не заметил никаких запахов, кроме запаха натуральной кожи. Тормоза неплохие, как для такого тяжелого седана, тормозной путь 33 метра – очень неплохой результат. У NIO показатель чуть лучше – 32 метра. Я за рулем 15 минут, и меня уже раздражает тот факт, что для моего правого колена не хватает места. Не понимаю, зачем в S-классе так зажимать пространство для водителя, пусть я и ростом 187. Для тех, кто хочет купить этот автомобиль, мой совет таков. Нет смысла переплачивать и покупать максимальную вот эту версию EQS 580.
Там на 150 коней больше, на 2 секунды быстрее разгон, но при этом он не рулится для такого разгона. Это не тот автомобиль, он плавает. Поэтому 6 секунд разгон в комплектации 450+, так называется комплектация, вполне себе достаточно. Давайте подведем итог. Если закрыть глаза на ужасную сборку, то сам дизайн интерьера и эти экраны производят очень сильное впечатление. Роскошь, футуристичность и новые технологии здесь переливаются друг в друге. Очень симпатичный седан. Я бы сказал, даже самый симпатичный из всех, что я видел на сегодняшний день. В остальном, технически, он полностью проигрывает китайцам. У немцев просто не хватает денег, чтобы догнать до безумия разбогатевших китайских олигархов, которые сегодня массово инвестируют в китайскую автопромышленность. EQS однозначно будет хорошо продаваться в Европе и США. Но в Китае, по словам менеджера, продажи ниже плинтуса. Связано это с двумя факторами. Первый и, наверное, главный – это цена. Из-за налогов он слишком дорого тут стоит. Между Китаем и США торговая война, любые товары из США привозить в Китай очень дорого выходит. Ну и второй фактор заключается в том, что EQS немного отстает от китайцев как в качестве сборки, так и чисто технологически. Господа, если понравилось видео, ставьте жирный лайк, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить новые видеоролики, и до новых встреч!